сегодня я решил снять внеочередной урок на новую песню Noize MC «Говорящие головы» из альбома Hard Reboot, жесткая перезагрузка переводится, которая вышла совсем недавно. Это его новый альбом, советую всем его послушать. Есть хорошие треки, и вот одна из них «Говорящие головы». А мы сразу приступим к разбору самой песни. Песня состоит из 5 аккордов. Первый аккорд FDSM на втором ладу. Верхняя посадка. Дальше нижняя посадка HM. Дальше аккорд D. Дальше аккорд ASUS. ASUS 2. Гибрид аккорда A. Ля мажора. Чистого ля. Вот у нас есть аккорд ля мажор, а все три струны, вторая, третья и четвертая, зажимаются на втором ладу. Но если вторую сделать открытой, вторую струну, будет асус 2. Дальше аккорд е. И звучит у нас бой таким образом. Этот бой повторяется на протяжении всей песни. Там не совсем все понятно, где что играется в песне. Там все так неопределенно звучит, но точно можно сказать, что эти аккорды повторяются на протяжении всей песни. По кругу идут. И Noize MC вначале играть боем, а потом в куплетах он... что ли было, не знаю. В общем, вот этот бой он использует в припеве, а в куплете играет просто басовую мелодию, которую я вам тоже покажу. Но сначала мы посмотрим бой. Он звучит так, в медленном темпе. Покажу без вставок, в чистом виде оно будет так. Рассмотрим аккорд FDSM, бьем по басу, потом по всем струнам вниз, то есть, и убираем сразу, резко. Бас чуть потянули, сделали удар вниз. Дальше аккорд HM. Два удара вниз. И третий удар на приглушенных струнах. То есть расслабили пальцы. Повторяем еще раз. Бас вниз, 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 вниз. Дальше один удар на DM, а и на D. Потом на ASUS 2, то есть на D, ASUS 2 и на E у нас приходится по одному удару, без пока вставок. Рассмотрим. D. Еще раз. Извиняюсь, на D два удара приходит. Еще раз. А теперь рассмотрим, где я буду вставлять вставки, речитации, которые обязательно нужны, чтобы богаче наш бой звучал. Поехали. Бас. Вниз. Вниз. Вверх. Приглушенными. Бас. Вниз. Вниз. Вверх. Это аккорд FDSM. Бас. Вниз. Вниз. Вверх. HM. Вниз. 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 Тут ничего добавлять не надо. Еще раз. Бас. Вниз. 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 Приглушенным дальше. Дальше D.
удар на D, вниз, вниз, вверх, и тоже приглушенным по нижним. Асус 2, вниз, вверх тоже, тут уже не приглушенным. И один удар на E, еще раз медленно. F, D, S, M, бас, вниз, вниз, вверх, приглушенными. Ашен, вниз, 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 приглушенными. Д, вниз, вниз, вверх. Асус 2, вниз, вверх, вниз. На асус 2 делаем удар сначала, потом вниз, вверх, вниз. Нойз играет в куплетах такую басовую партию. Думаю, и эту же партию играет и бас-гитарист. Она звучит так. Ну, я так быстренько подобрал, легкая версия. Наверняка бас-гитарист намного там по-профессиональнее это все играет. Ну, давайте рассмотрим. В куплетах Нойз играет вот так. Итак, зажимаем шестую струну на втором ладу. Дергаем два раза. И с запозданием. Дальше пятую струну на втором ладу также зажимаем. И также два удара. Также пятую струну на пятом ладу. Также дернули один раз. Оттолкнулись на шестую струну на пятом ладу. То есть в конце у нас два одиночных удара на шестой струне, то есть сначала она зажата на пятом ладу, потом открыта. Еще раз. Запоминайте ритм. Таким большим, но какой сложности песни, такой длинный урок, как мы знаем обычно. Подписывайтесь на канал, чтобы получать новые разборы, уроки, мои кавера и различные другие видюшки. Ставьте лайк, если видео было полезным, понравилось вам, и до новых встреч!